Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире Капитал Шоу «Поле чудес». Первая тройка в студию. Вот задание на первый тур. Крутить барабан. Гарри Борисович отвечает. Какая трава была названа индейцами следом белого человека? Так. Довольно длинное название. 10 букв. Шестьсот очков. Буква. Какая-нибудь Иван да Мария. Неверно. Даже крутить буквы А нету. В таком длинном слове. Удивительно. 400 очков. Буква. Е. Другое дело совершенно. Нет. Неверно. Прощайте, барабан. Трава такая. Ни А, ни Е нету. 350 очков. И. Откройте букву И. Вращайте, пожалуйста, барабан. Нет. Это интересно. Все ваши очки умножаются на 2. Сектор призовой, можете назвать букву. О. Гениально. Откройте букву О. Крутите барабан. Эх, первую букву бы открыть. Все ваши очки умножаются на 2. Сектор призовой, можете назвать букву. Неверно. Вращайте, пожалуйста, барабан. А, блин. Все. Подорожник. Подорожник. Ну, что, будем. 3 буквы. 2 шкатулки. Ну, давайте. Тактику такую применим. 500 очков. Буква. К. Так кто ж будет спорить с этим? Откройте букву К. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Вращаю. Еще и... О! Сектор приз. Неплохо я навращал. 10 000 в хозяйстве не помешает. Вы какую шкатулку выбираете? Ага, есть! Давайте, назовите букву. Не на... А, букву? Букву, да. Откройте нам букву Н. Будете крутить барабан? Да. 750 очков. Ж. Ну, слава богу, наконец-то. Откройте букву Ж. Назовите слово целиком. А 3 правильно угаданных буквы дают вам право на 2 шкатулки. 450. 2 шкатулки в студию. Буква Р. Хо-хо! Откройте нам букву Р. 3 правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то?
Есть! Есть! Назовете слово целиком? Конечно. Кунечно. Давайте, давайте. Кунечно. Точно! Отыграли неплохо. В эфире капитал шоу «Поле чудес». Вторая тройка. Вот задание на второй тур. Прощайте, барабан. Так, человек достигший... Человек достигший... А почему я говорю «хший»? Он же достигший. В каком-либо деле высшей степени... мастерства. Виртуоз. Да. Восемьсот очков. Буква. Кстати, я тупил раньше. Когда у тебя нули, допустим, а он говорит, все ваши очки умножаются на два. А я ж думаю, ну как... Нули на два. А оказывается, это если. Угадаешь, что очки умножаются на два. Вон оно как. Ладно. З. Ну вот. Откройте. Прощайте, барабан. Ну, теперь только, если мне повезет... 850 очков, буква. О. Откройте букву О. Крутите барабан. Ангелина Владленовна. 350 очков. О. О-о-о-о. Откройте букву У. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Так, в прошлый раз была левая, а сейчас, может, правая? Так, вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, с кем останешься дружить. Есть! Есть! Что, будете крутить? Так, вирту. Еще можно шкатулку накрутить. У вас ноль. Хорошо. Будете крутить барабан? Вячеслав Маркович. Будем. Банкрот. А вы все равно банкрот. Ну, вот тут... Что, будете крутить? Чулия отдал. Сектор плюс на барабане. Можете открыть любую букву в этом слове. Какую? Хитрые. Откройте! Что, будете крутить? Да. А на общую кассу работаем. Поэтому 350 очков. Мы будем все время крутить, вертеть. Так. Р. Любимая буква. Р. Ой, откройте нам букву «Р». Назовете слово целиком? Нет. Четыреста очков, буква «И». От, молодец. Откройте букву «И».
и шкатулки давай. Будете вращать барабан, назовете слово сразу. Это уже нечестно. 500 очков, буква. В. Шкатулки. Студии. Точно! Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Рыба, 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 кит, рыба, правду говорит. Есть! Есть! Игра классная. В эфире Капитал Шоу «Поле чудес». Третья тройка. Вот задание на третий тур. Крутите барабан. Ух ты! Единственная страна, где за 1983 год не зарегистрировано ни одного рождения. Очень интересно. Очень. 350 очков. А. Откройте нам букву А. Ну, вращайте барабан. Что же за страна? Прям... любопытство. 1000 очков, буква. Вперед. Не знаю. И. Неверно. Ну, вращайте барабан. Калиса Никаноровна. О! Сектор приз. 10 тысяч это... это не хухры-мухры. Вы какую шкатулку выбираете? Ага! Есть! Давайте, назовите букву. И. Ой! Откройте букву И. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Даже 450 предположений нет. Я так понимаю. Что тут уже гласных нет. Может быть. И страна, наверное, такая малюсенькая. Так, очень, но интересно. Просто замечательно. Такой буквы здесь нет. Будете крутить барабан? Азиза Ипполитов. Или Азиза с брекет. 800 очков. Буква. А давайте так. Угу. Неверно. Будете барабан вращать? Тимофей Геннадьевич. 350 очков. Вот вопрос. Как правильно? Геннадий? Евич. Или через мягкий, потому что и так пишут. Ну, я лично считаю, что через И правильно. Ну, там мнение ученых. Так. Нет, неверно. Что, будете крутить? Да будем. 400 очков, буква... В. Я поражен. Откройте букву В.
Будете барабан вращать? Ватикан. 800 очков, буква Н. Ой. Откройте нам букву Н. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Сектор плюс на барабане. Можете открыть любую букву в этом слове. Какую? Ха. Откройте! Назовите слово целиком. Шкатулки давай. 500 очков. Буква. Т. Абсолютно точно! Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Есть! О, есть! Так, нас там в доме ждут две дорогущие... В эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». Дорогущие финал! Коллекции фотографий. Вот задание на финальный тур. Крутите барабан. Ломоносов впервые придумал название этому прибору, затем оно прочно вошло в обиход. Ну, он придумал слово «градусник». 400 очков, буква «К». Откройте букву «К». Крутите барабан. А мы сейчас покрутим. У вас ноль. Крутите барабан. Вот Джулия Адамовна тоже знает, что Ломоносов именно это слово. Ну, короче, они все... Все ваши очки умножаются на два. Сектор призовой, можете назвать букву. Откройте букву «И». И вот очки на два. Вращайте барабан. Сектор плюс на барабане. Можете открыть любую букву в этом слове. Какую? Вот первую, чтобы все догадались. Откройте! Но эта буква в зачет шкатулок. Ну, вращайте не барабан. Идет, не идет. Если она по плюсу открыта. Сектор плюс на барабане. Опять? Можете открыть любую букву в этом слове. Какую? Откройте! Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Семьсот 750 очков. С. Откройте букву С. Что, будете крутить? Будем. Сектор плюс на барабане. Можете открыть любую букву в этом слове. Какую? Это он зажал. Откройте! Две шкатулки. Назовете слово целиком? Нет. А мне аж интересно. А вот он приз. Сектор приз. Да. Игра, конечно, уникальная. Честно. Вы какую шкатулку выбираете? Ага! Есть! Давайте, назовите букву. Мне смешно. Ой, мне сейчас число. Откройте букву «Д». С ума сойду. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Нет, шкатулки давайте. 350 очков. А. Замечательно. Откройте нам букву «А». Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Шкатулки, блин. В
Все ваши очки умножаются на 2. Сектор призовой можете назвать букву. Точно! Три правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию. Да. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Если я и сейчас угадаю, то точно с ума сойду. Так, какие были еще в детстве считалки, а? А, ладно. Есть! Есть! Все. А я сошла с ума. И перед нами победитель! Так если еще супер игру в водокачку выиграем. В эфире «Капитал Шоу. Поле чудес». Супер игра. Вот слово, которое вы должны отгадать обязательно. Вот задание на супер игру. Я разрешаю вам открыть любые 5. Что на жаргоне цирюльников значило «божий дар»? Ворода, что ли? Так, а что это за жаргон? Откройте, пожалуйста, буквы, если они есть. Нет, не пора. Минута, пошла. А что это может быть? Жаргон? Божий дар. Лысина. А, точно. Лысина. Это ж... Так а что ж они такое говорили? Они ж без работы оставались. Абсолютно точно! Вы выиграли суперигру! Эти аплодисменты вам! Вы выиграли суперигру и в качестве суперприза вы получаете... Сумка холодит. А кухня? На этом мы прощаемся с вами ровно на 1 неделю. Да, получилась действительно супер игра. Рекомендую поделиться со всеми друзьями. Вот мы можем купить коллекцию. Чтоб это... Видео стало вирусным. Ведь действительно, просто опупительно получилось. Расклад супер-пупер. Ладно, теперь нам нужно... О, 150 тысяч, у нас 56. Будем зарабатывать 100 тысяч с кем-то, чтобы укомплектовать дальше. Ну, а пока-пока. Друзья, это действительно получилась супер игра.